Юрий Хынку, хозяин орехового сада площадью 120 гектаров. Фермер надеется собрать в этом году в среднем по 400 килограммов ореха с гектара. В предыдущие годы нам приходилось задействовать большое количество людей с палками, которые приходили, били нам деревья, и дальше люди собирали. В итоге на следующий год мы имели минимум 50% минус. Участие в работе по сбору ореха данного агрегата экономит нам минимум 25-30 человек в день. Это получается около 3000 лей минимум в день. В этом году сельхозпроизводитель соберет урожай 72 гектаров. По словам рабочих, благодаря новой машине они трудятся меньше. Намного легче собирать орехи. Все мы рады этому. К тому же вокруг деревьев всегда чисто, и это не создает нам неудобств. Агрономы утверждают, что подобный метод уборки бережет ветки. Важно то, что мы не наносим вреда кроне дерева, благодаря чему с каждым годом урожайность повышается в два раза. Это очень важно. Если бы мы сбивали орехи палкой, как это делали раньше, очевидно, что урожай сократился бы раза в три. На стряхивание орехов с дерева машине требуется около минуты. С помощью этой техники за день можно собрать урожай грецкого ореха с площади до 7 гектаров. В настоящее время площадь плантации грецкого ореха в Молдове составляет 12 тысяч гектаров. С них ежегодно получают порядка 12 тысяч тонн ореховых ядер.